17 новых компанов, так называют колокола в церковном уставе, осветил митрополит Брянский и Севский Александр. Прежде чем оказаться в Свинской обители, они проделали долгий путь. Эти колокола мы заказали у одного известного, скажем, молодого мастера, Дьячкова Андрея Анатольевича, Ярославской области, город Тутаев. Сам большой колокол весит 1 700 тонн, затем 800 килограмм, 400 и 220. Общая масса колоколов будет 5 тонн. Вот. На самом большом колоколе отмечены образами небесных покровителей, это самых крупных благотворителей. На следующем колоколе, на 800-килограммовом, будут изображены небесные покровители правящих архиереев. Будем молиться, чтобы Господь помиловал нас, чтобы Матерь Божия Свенская покрыла, а преподобный Олег Брянский, как воин, помог нашим командирам и воинам одержать победу над супостатами. 14 компанов, отлитых из бронзы, украсят звонницу до ноября. Еще 3 расположатся на курантах. В настоящий момент идет реконструкция колокольни. Еще нужно 6 метров лесов нарастить, еще нужно сделать образец купола из дерева, да, и уже потом, так сказать, арочнообразного, да, и уже потом выкладывать конусный такой вот купол. Исторически колокольню украшали 9 компанов. Будет почти вдвое больше. Душа радуется такого события, гул разносится по всей округе. Не могли не прийти, очень счастливы и рады. Мы даже дом здесь купили рядом с монастырем, чтобы быть поближе к этому монастырю и Пресвятой Богородице Свенской. И мы очень рады, что вот сегодня даже не ожидали, что так быстро нам еще часовню воздвигнут. Теперь полноценный монастырь. Будем ходить молиться и просить Богородицы, чтобы она покрыла нас своим святым амофором. Александра Савельева, Сергей Дюков, Брянский район.